Прошло 2 недельки, мы снова вернулись в парк, и тут уже водички побольше. Почему? А, без понятия. Вроде бы дождей таких сильных не было, снега не было, но откуда-то взялась. А мы идем снова кормить птичек, потому что нам сказали, покормили раз, нужно кормить еще раз. И еще много раз. Поэтому мы решили еще раз пойти. Но все-таки суббота, время есть. Работу мы более-менее поделали. Да. Так что можно отдохнуть и сходить в парк, погулять и сделать хорошее дело. Расслабиться, отдохнуть, подышать свежим воздухом. Да. Кустики все накрыли. Обмен книжками. Там даже книжка есть одна, вижу. Одна? Ну, с этой стороны одна, может, еще есть. А зачем? А почему? А что здесь происходит? Почему в центре пусто? Знаю, это я колы, пожалуйста. Унизить мне сляги ночи. Коханы спать, пойди спать, целую. Знаю, ты экспресс стариха ей. Она собачек из тумана, ты месяц, солнце, корабли, ветви, бесшие, дедуганы. Конечно, знаю, ты экспресс стариха ей. Весна пришла. Ой, сусечки. Ну что, такой горбик, зато с горбика видно весь парк. Пока листьев, конечно, нету на деревьях. Появятся листья и все, ничего не видно. Это похоже на маленькую смотровую площадочку. Какой-то амфитеатрик. Вот вы переживаете, что утки вечно голодные. Ага, пришли мы их кормить. И что? Они все купаются просто там. Вот насыпали им. Ноль реакции, чтобы вы понимали. Не, они просто смотрят на нас и не понимают, зачем мы это делаем. Да, у них ноль реакции. Только какая-то банда там. Ну, а там какие-то трое так медленно-медленно идут. То есть они не уверены, хотят они кушать, не хотят. Ну, может, через 5 минут как их дойдут. Но самое интересное, до этого мы были возле озера, где птички были голодные. То есть или туда не доходят, и здесь их уже покормили, или как-то... Ну вот эти трое, может, дойдут, если решаться. По-моему, они настолько сытые, что им уже тяжело идти просто сюда. Да. Они такие стали и смотрят, так. Походу, что-то здесь нечисто. Возле центрального входа тоже никто не хочет. А центральный вход, ну, не центральный, это боковой вход. Но там тоже есть уточки, но они не хотят, зато вороны хотят. Ну, вороны тоже птички. Да, вороны тоже птички, они тоже хотят кушать. Вот так какие. Решили мы еще подняться на гору Трех Крестов. Правда, не знаем, будет ли видно хоть часть Вильнюса, поскольку такая... Морось идет сейчас. Ну, сейчас увидим. И вам, конечно, покажем. Ну, вообще на сегодня обещали плюс 7. Но как-то сейчас только плюс 4. А уже почти 3 часа дня. Ну, синоптики они такие. Ну, что-то видно. Не весь, конечно, но большую часть все-таки видно. Ну и ужасный ветер. Вот, а буквально 10 минут назад мы гуляли по вот этому парку.
Тут к магазинчику подъехал, хочу. А, что, он закрыт? А, да, закрыт. Прикольно. Вот как вам Citroёn C6 и Реношка? Вот мне Citroёn C6 довольно-таки нравится. Ну, конечно, он поменьше, это не джип. Хотя в салоне, ну, может даже побольше. Но прикольный. А я чё хотел? Лампочка перегорела подсветки номера. Думаю, сейчас в автоайп сразу зайду, куплю ее. Вот, одна работает, вторая нет. Сейчас ее достану. И заодно здесь приехали. Хочу машинку немного сполоснуть, потому что после дороги она ужасная. Я думал, ее дождь помоет, но нет, вот этот песок, все, налет, оно остается. Поэтому сейчас мы ее еще немного помоем. Достала я лампочку, одним словом, тут аж прям вот такая лампочка. Я таких уже давно не видел, конечно. Придется ее где-то поискать. Такое оно все. Сейчас назад это запихну. Когда этот дождик только начинался, мы решили сходить в Реми в надежде, что... Ну, скупиться и в надежде, что он закончится. Но мы вышли, а он только усилился. Вообще ливень сильный. Хотя вроде как осадков на сегодня не передавали. Обещали 7 градусов тепла. Сейчас показывают в машине 5. Стоим в пробочке, смотрим, как перед нами в машинке скучает беленький песик. Беднёшка. Скучай. Хозяин в шоке. У него такая грусть на мордочке. Все, поехали. Заехали, забрали еще одну посылочку. Это уже из числа последних. Дома будем смотреть, что там. Решил вам показать, еще пришли пара посылочек из Китая. Это уже последние на это время. Заказал вот такие для чая штучки. Потому что я не люблю, когда заварка плавает. Сейчас, секундочку, я его распакую. Они, конечно, огромные такие получились. Я не думаю, что они такие огромные будут. Прям, ой. Так. Так, вот он с крышечкой прям. Вот такая крышечка. И сам завар начинает. Вот. Ну, это так в кружечку прям его оп поставил, накрыл, чаек себе заварился, и ты потом заварочку вытянул. Ну, блин, без клееночки, конечно, оно так просто надевается и тарабанит. Ну, да ладно. Таких две штучки заказали. Потом это крепление для камеры, чтобы можно было под любым углом ее крепить. У меня просто еще есть крепление там на присосках, еще куча разных, а вот такого мне не хватало. Но вот эта штука, она полностью металлическая. Не помню, сколько она стоила, там по ссылочке в описании сможете посмотреть, но качество бомбезное прям. Я думаю, что она будет держаться долго, потому что это не пластик, который можно пережать, и он сломается. И еще из последнего шнурочки от компании Ugreen. Ой, вот. Ugreen. Вот, ну вот так видно, вот такие. Я заказал один микро-USB метровый, потому что у нас все микро-USB вот такие коротенькие, 50 сантиметров. А оказалось, что их не хватает. Хотя, по сути, микро-USB особо нечего заряжать, но я решил, пусть будет. Потом еще один заказал USB Type-C. Type-C мне нужен, потому что сейчас все камеры уже на Type-C. Вот. Вот такой, но не нейлоновый. И то, что я очень долго ждал, 2-метровый HDMI кабель. Я его заказал, потому что, ну, обычно я сижу, работаю так с монитором, но иногда мы садимся смотреть кино на телевизоре, и мы смотрим с компьютера, то есть с компьютера на телевизор передаю. И просто, чтобы вот это постоянно не таскать отсюда сюда, я решил просто 2-метровый кабель купить и вот себе его положить, если что, когда-то переключил, переподключил, да и все. Ну, тут еще и Ugreen положили кабель-менеджмент, такой укладчик. Ну, можно не укладчик, а между собой несколько проводов соединить. Ну, такой мини-подарочек от Китая.
Вот такие вот посылочки последние были из Китая, поэтому отдельную распаковку я и не делал. В следующий раз, когда что-то будет из Китая, даже не знаю, посмотрим, но пока точно не в ближайшее время, потому что уже все заказал, что нужно. Поэтому пока все. Вы меня извините, конечно, но я не могу не показать. Смотрите, вот это HDMI кабель. Вот. Здесь, ну, короче, здесь все очень круто сделано. И посмотрите, какой он толщины просто-напросто. У него толщина, ну, не знаю, как обычных USB, несколько кабелей. Два или три, если вот такой микро-USB взять. Таких, наверное, три надо. Не знаю. Ну, качество, конечно, высочайшее. Я даже не помню, возможно, я это брал для 4К видео. Может и нет, но я думаю, его должно хватить для всего.